пошли мужчины толпой от двери, и велел ее призвать епископ на суд, всю душе ей прощая за ее красоту. Услышал Орлея, и глаза так прекрасны, что тебя научил этим чарам опасным. Извне в тягос, епископ, и проклят мой взор, но в храму на меня свой прочет приговор. О, епископ, в глазах моих пламя пожара, так предайте огню эти страшные Ты силен, ведь я сам тобой околдован, и тебе не судья. Thank you.
свесу.